слов лишних. Дорогие участники и гости 25-го межрегионального молодежного фестиваля исполнителей авторской песни памяти Юрия Висбора «Распахнутые ветра». Добрый вечер! Нашему фестивалю исполняется 25 лет. Дата уже очень серьезная. И мы рады, что этот юбилей вы проведете вместе с нами. Спасибо старым друзьям за новую встречу, а новым знакомым за стремление подружиться с нами. Приветствуем вас на прекрасной селигерской земле! 25 лет фестивалю – свидетельство бережного отношения к традициям своей территории, к авторскому искусству. Приятно отметить, что фестиваль становится важным музыкальным форумом молодых исполнителей. Славно, что мы наблюдаем за его преображением. И самое чудесное – видеть, как юные исполнители становятся взрослыми и с таким же восторгом и волнением следят уже за выступлением новых подрастающих своих детишек. У нас так много поводов, чтобы этот фестиваль стал запоминающимся и творчески наполненным. Хочется пожелать всем участникам фестиваля новых творческих находок, хороших текстов и запоминающихся мелодий. И тогда мы сможем не только хранить, но и продолжать славные традиции известных бардов, в первую очередь Юрия Иосифовича Висбора, в память которого и назван наш фестиваль. В этом году Юрию Иосифовичу исполнилось бы 90 лет. И нашу программу мы открываем творчеством этого замечательного автора, знакомого и любимого разными поколениями на протяжении уже очень многих лет. Как хорошо, что земля большая, дождик прошел, в небе синь густая. Пролетел самолет, белый след оставил. Нам бы тоже в полет за своей мечтой. Как хорошо жить на белом свете, так, чтоб нашел паруса твой ветер. Человек, как стишок, может стать поэмой. Да чего ж хорошо человеком быть? Как хорошо быть зимой и летом, как хорошо быть зарей над лесом. Быть рекой небольшою, быть большою землею. Да чего ж хорошо человеком быть? В путь нам пора, побывать бы всюду, и у костра вдруг поверить в чудо, переплыть сотни рек, сочинить 100 песен. Вот идет человек по своей земле. Солнце дрожит в воде, вечер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда. Видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь. Парус крылом взмахнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым бела. Свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре.
вновь прошла, прошла речка белым бела, бела свернуты паруса. Хмурятся небеса, снег и печаль кругом кружатся в ноябре. Собираемся мы все на просторах Селигера, чтобы исполнить песни и стихи Юрия Визбора. Благодаря фестивалю «Распахнутые ветра» мы открываем новых талантливых авторов и исполнителей из разных уголков России. Становимся свидетелями разнообразия творческих замыслов и воплощений. Мы желаем вам солнечного настроения, ярких эмоций и чистого звучания ваших гитар. И прекрасных, конечно же, всем песен. За помощь в организации нашего фестиваля необходимо поблагодарить организаторов и учредителей за их участие и поддержку, за содействие и помощь. Мы благодарим правительство Тверской области, Министерство молодежной политики Тверской области, администрацию Осташковского городского округа, районный дом культуры города Осташков. С приветственным словом к вам обращается заместитель главы администрации Осташковского городского округа Светлана Юрьевна Уткина. Добрый вечер, добрый, красивый летний вечер, дорогие друзья. Я от лица администрации себя лично рада приветствовать всех вас на нашем 25-м фестивале авторской песни «Распахнутые ветра», на нашем любимом фестивале, который мы любим, которым мы дорожим, и искренне рады всегда нашим друзьям, потому что очень много знакомых лиц, гостям, те, кто впервые приехал на наш фестиваль. Я хочу пожелать искренне, чтобы у организаторов все получилось задуманное, чтобы все прошло без сучка и задоринки на самом хорошем высоком уровне. Я хочу пожелать всем участникам, чтобы здесь не только распахнуты были ветра, ну и обязательно раскрылись ваши души, чтобы вы влюбились в наш Селигер, так же, как мы искренне любим его. Эти места необыкновенные. И я хочу, чтобы здесь исполнялись самые заветные желания всех и каждого, кто окажется на берегу озера Селигер. Я поздравляю всех нас с этим большим праздником, по-другому не скажешь. Я желаю всем прекрасного настроения. Я желаю, чтобы этот фестиваль опять стал для нас настоящим открытием. Мы с нетерпением ждем гала-концерт, на котором, я думаю, что откроются новые имена. Ну и всем нам мирного неба. Спасибо. С приветственным словом мы приглашаем на сцену Людмилу Петровну Тараскину, начальника управления по работе с территориями и поддержке молодежных инициатив Министерства молодежной политики Тверской области. Дорогие друзья, здравствуйте! Всех участников, конкурсантов будущих поздравляю с этим праздником. Это большое событие. Хочется пожелать вам наполниться той новой жизненной энергией, которую подарят вам эти дни, проведенные здесь. Нам часто ее не хватает, этой энергии. Общайтесь, получайте заряд бодрости от близких вам по духу людей. Хочу пожелать вам удачи, творческих успехов, новых побед. И зачитать добрые приветственные слова, которые передает вам министр молодежной политики Давыдова Юлия Валерьевна. Уважаемые участники и гости фестиваля,
Рада приветствовать вас на 25-м межрегиональном молодежном фестивале авторской песни «Распахнутые ветра», посвященном памяти Юрия Иосифовича Висбора. Более 20 лет фестиваль объединяет на Осташковской земле творческих и неравнодушных людей, представителей клубов самодеятельной песни, отдельных исполнителей, коллективы, представителей детских и молодежных общественных объединений. Важно, что проведение фестиваля способствует выявлению талантливых подростков и молодежи из регионов России, отдельных исполнителей, юношеских и молодежных коллективов. Повышает исполнительское мастерство артистов и коллективов, работающих в жанре авторской песни. Оказывает содействие развитию культуры, молодежного творчества. Впереди вас ждет неделя, наполненная творчеством, талантами и мастерством. Надеюсь, что фестиваль позволит участникам обменяться опытом, найти друзей и единомышленников. Даст старт значимым проектам, способствующим вовлечению жителей Тверской области в творческую деятельность. Желаю вам реализации намеченных планов, побед и успехов. Министр молодежной политики Тверской области Юлия Валерьевна Давыдова. Всем удачи и побед! Благодарим, Людмила Петровна, а я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену нашего большого друга, человека, который стоял у истоков фестиваля, был его первым организатором на протяжении всех лет, она до сих пор является его участником. Я приглашаю на сцену Людмилу Иосифовну Новикову. Здравствуй, фестиваль! Действительно, 25 лет, как один день все промчалось. И первый фестиваль, но он был совсем маленький. Там было всего человек 60, наверное. И проходил он на территории базы отдыха, гостиницы на улице Урицкого. Вы знаете, это было так интересно, потому что это было настолько необычно для города. И его организовывали Татьяна Константиновна Баринова, ну и я в упряжке, можно сказать. Мы ездили в Тверь, в клуб «Металлист», там был хороший клуб авторской песни. И... ее однокрупник из города Реутов, вот как-то им удалось пригласить на этот первый фестиваль, о котором никто вообще ничего не знал еще, Нину Филимоновну Тихонову Висбор. И вот я помню, как это было, разрешили костер развести на территории этого пансионата. И вы знаете, какое-то вот было такое единение. Всем было очень хотелось каждому что-то сказать свое. Но там была такая чаша по кругу, и каждый, кто делал глоток из этой чаши, тот говорил свои слова. Вот, вы знаете, на этом фестивале был только один мастер. Борис Вахнюк, которого, к сожалению, уже нет с нами. Вот, он поехал на одну площадку, а я со своими девочками поехала на другую площадку, в дом отдыха «Селигер». Вот, и вот мы что могли, то тогда и спели. Второй фестиваль был уже на берегу озера, недалеко от Никола Рожка. Третий фестиваль на территории «Сокола». А вот четвертый уже здесь, на этом теперь намоленном месте, где вы все собираетесь под этими соснами, под этими песнями, с этими мастерами, которые вас учат. И
дай Бог вам всего-всего хорошего. Хорошей погоды, хороших друзей, хороших песен новых. Дай Бог вам всего этого. Спасибо, Людмила Васильевна. Мы приглашаем на сцену доброго друга фестиваля, руководителя творческой мастерской, поющего поэта, председателя 25-го межрегионального молодежного фестиваля, исполнителя авторской песни памяти Юрия Висбора «Распахнутые ветра» Юрия Львовича Лороса. Очень рад, что фестиваль продолжается. Я очень рад, что нас становится больше. Хорошо, когда становится больше своих, а не вообще больше. И здесь происходит именно это. Я рад, что мы все становимся благодаря общению лучше. Дай Бог, чтобы так и продолжалось. Дорогие друзья, настало время представить участников 25-го фестиваля «Распахнутые ветра». По традиции мы приглашаем подняться на фестивальную сцену представителей от делегаций. Приветствуем самую многочисленную делегацию клуба авторской песни «Надежда». Город Москва. Народный клуб авторской песни «Пеликан», город Кимры. Образцовый вокальный ансамбль «Стороны света», город Осташков. Клуб авторской песни «Акварель» и клуб авторской песни «Менестрель», город Ярославль. Клуб авторской песни «Роза ветров», город Солнечногорск. Три в одном, город Ногинск. Приветствуем центр авторской песни «Журавлиная родина», Сергиев Посад. Клуб авторской песни «Парусник», город Москва. Клуб авторской песни «Крылья», Вологодский район. Костер встреч, город Москва, Тверь, Санкт-Петербург. Клуб авторской песни «Аккорд», город Ржев. Класс, лицей номер 15, город Вышний Волочек. Студия «Шесть струн», город Тверь. Мирновская школа, город Торжок. Приглашаем семью Клейман и их друзей, город Тверь. Театр авторской песни «Зеленый поезд», город Саратов. Коллектив «Капибарды», город Мурманск. Клуб авторской песни «Причал», Республика Коми, город Сыктывкар. Эколог Бенд, город Великий Новгород. И также других представителей от всех делегаций мы ждем на этой сцене. И, конечно, приглашаем преподавателей творческих мастерских, членов жюри, гостей фестиваля. Наши большие друзья и помощники Ирина Викторовна Алексеева и Игорь Михайлович Каримов, город Москва. Редактор, консультант, автор и ведущая информационно-публицистических программ Наталья Савойщик, Санкт-Петербург. Наши древние друзья. Настолько древние, мне кажется, Татьяна уже очень давно, практически уже лет 12 с нами. Татьяна Винокурова, город Тверь. Руководитель творческой мастерской, художественный руководитель творческого объединения «Антракт» Эдуард Гершов и актриса объединения «Антракт» Марина Мельникова, город Санкт-Петербург. Руководитель творческой мастерской, автор музыки Виктор Попов, город Королёв. Руководитель творческой мастерской, композитор, гитарист Сергей Лин, город Санкт-Петербург. Руководитель творческой мастерской, музыкант Максим Попов, город Москва. Руководитель творческой мастерской, лауреат различных музыкальных конкурсов Иван Елынский, город Москва.
Автор-исполнитель Екатерина Катерисова, город Москва. Руководитель творческой мастерской, преподаватель Ксения Кузнецова, город Москва. Руководитель творческой мастерской, музыкант Лев Кузнецов, город Москва. Руководитель творческой мастерской, автор-исполнитель Павел Аксенов. Руководители творческой мастерской, музыканты из города Москвы Жанна Попова и Игорь Букаев. Председатель жюри 25-го межрегионального молодежного фестиваля авторской песни памяти Юрия Висбора «Распахнутые ветра» Юрий Львович Лорес, город Москва. Вот такая большая творческая команда. Настало время точки отсчета фестиваля. И по традиции поднять флаг фестиваля приглашается председатель жюри Юрий Лорес и победитель номинации «Надежда фестиваля» прошлого года Таисия Зверева-Родригес. Программа фестиваля, как всегда, насыщена. А сейчас, по доброй традиции, мы открываем наш фестиваль нестареющей песней Юрия Висбора. Наполним музыкой сердца. Хорошо.
поздравляем вас с открытием, с праздником творчества. А наша программа, как всегда, насыщена. Спасибо всем большое. А мы продолжим наш вечер концертом руководителей творческих мастерских, лауреатов прошлых лет и гостей фестиваля. Беспокойный, наверное, народ, эти странные люди-поэты. Пригласят их и мчатся по свету. Встреча их долгожданная ждет. Так пусть звучат чарующие песни. Недаром Богом дан ему талант. Душа в восторге рвется в поднебесье, когда поет поэт и музыкант. Открывает нашу концертную программу член и, самое главное, председатель жюри Юрий Флорес, поющий поэт. На самом деле, это был мой подарок на 20-летие. Но я думаю, что мне подпоют уже. Что прошло, то прошло, жаль. Что придет, то придет, жди. Не грусти, погляди вдаль. Позади и впереди. Там не пропала вера в наши песни у костра. Там берег Селигера и распахнуты ветра. А когда свой придешь дом, непростой пережив день, важно знать, мы тебя ждем. Ты, конечно, знаешь, где. Где не пропала вера в наши песни у костра. Где берег Селигера и распахнуты ветра. Я других не хочу снов, окунусь с головой весь. Я других не ищу слов. Наконец мы снова здесь. Здесь не пропала вера в наши песни у костра. Здесь берег Селигера и распахнуты ветра. И распахнуты ветра. Приглашаем на сцену руководителя творческой мастерской, автора-исполнителя Людмилу Катерисову. Thank you.
Я очень рада, что мы снова вместе. Как Юрий Лорес сказал. А, все свои, да, собрались? И поэтому вы наверняка знаете песню «Дерева» Евгения Бачурина. Пойте, пожалуйста, вместе со мной, ладно? Я гитары не слышу. Слышно гитару? Нет. Нет? Нет. Сейчас есть гитара? Нет. Может? Еле. Есть? Нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Очень тихо. Держите. Извините. Что такое? Почему? Что случилось? Все. Контакты. Чего фон-то не выключит? Дерево. Дерева, что вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры, шумы ваши шатры, терема, терема, терема. Под ветром трава.
слова, все слова. За резным, за дубовым столом помянут нас недобрым вином. А как станут качать, да начнут величать топором, топором, топором. Ах, вы рощи мои, дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева вы мои, дерева, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева вы мои, можно? Спасибо вам, вы прекрасный зритель, слушатель. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Я приглашаю на сцену руководителя творческой мастерской, автора музыки Виктора Попова, город Королёв. Поздравляю с замечательным праздником. Спасибо, что есть такое намоленное, как уже говорили, место, куда хочется приезжать каждый раз. А сотворение чудес совсем простое дело. Веду руками, отведу улыбку. Исцелен. Вот видишь, солнце вновь зашло, вот видишь, потеплело, не говоря уже о том, что я тебя люблю. Вот видишь, солнце вновь зашло, вот видишь, потеплело, не говоря уже о том, что я тебя люблю. А вот на лету в морском порту встречаются буксиры, носами тычутся в борта большому кораблю. И столько неба в вышине, и столько моря в мире, не говоря уже о том, что я тебя люблю. И столько неба в вышине, и столько моря в мире, не говоря уже о том, что я тебя люблю. Да только б этих тополей с весеннею листвою вполне хватило б нам с тобой, чтоб выжить не скорбя. Одной травы и синевы на 10 бед с лихвою, не говоря уже о том, что я
люблю тебя. Одной травы синевы на 10 бед с лихвою, не говоря уже о том, что я люблю тебя. Пока над домами облака проходят островами, пока их красят в темный цвет багровая заря, еще для счастья на земле немало оснований. Не говоря уже о том, нет, нет, не говоря, еще для счастья на земле немало оснований. Не говоря уже о том, нет, нет, не говоря. Спасибо. На сцену приглашается ансамбль «Парусник», город Москва. Стихи Булата Акуджавы, музыка Виктора Берковского. Ах, если б знать заранее, 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 что будут не напрасны горение, сгорание, терпение и вера, любви и волшебство. Трагическое после, счастливое сперва. Никто на едкий вызов ответа не получит. Напрасны наши споры. Вот Лермонтов поручик, он не красив, не складен, и все вокруг серо. Но как же он прекрасен, когда в руке перо. Вот Александр Сергеевич, он в поиске и в муке, да козыри лукавы, и не даются в руки. Их силуэты брежут на дне души его. Терпение и вера, любовь и волшебство, все гаснет понемногу. Надежды и смятения к иным, иным высотам возносятся их тени. А жизнь неутомимо вращает колесо, но песни остаются, и это хорошо. Все в мире созревает в болезни и стрясках. Не спорьте понапрасну о линиях и красках. Пусть каждый, изнывая, достигнет своего. Терпение и вера, любовь и волшебство. Все в мире созревает в варенье и в стрясках. Не спорьте понапрасну о линиях и красках. Пусть каждый, изнывая, достигнет своего. Терпение и вера, любовь и волшебство.
Я приглашаю на сцену композитора, гитариста, руководителя творческой мастерской Сергея Ильина, город Санкт-Петербург, и лауреатов прошлых лет Владислав Михайлов, Таня Антонова и Михаил Леонов, город Осташков. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот очередной фестиваль наступил. Нам немножко удивительно, что сегодня открытие, а мы два дня уже работаем, причем вовсю. Вот, но так случается, бывает на фестивалях. Сейчас со мной ребята, которых я очень люблю, ребята из Осташкова. Дело в том, что, может быть, кто-то помнит, как уже достаточно много лет назад мы выступали с ансамблем «Голоса друзей», который был лауреатом фестиваля. Но вот от них сейчас остался... У нас только Влад, да, только Влад здесь приезжает сюда. Но у него есть на то веские причины, потому что сейчас Влад уже в нашем городе Петербурге живет и занимается в Академии Образцовой, занимается серьезным оперным вокалом, даже участвовал уже в оперных спектаклях, между прочим. Вот. Поэтому сегодня он нам будет помогать, так сказать, вот с этой стороны, с стороны классической музыки. Ну а ребята, наши замечательные друзья, лауреаты прошлых лет, это уже молодое поколение. И они, и Влад пели вот эту песню, которую я написал на стихи Бориса Пономаренко. Сейчас мы попробуем все это объединить. Песня называется «Цыганский сон». Гаснет закат усталый, кони у речки пьют. Настала, жалует жизнь мою, что-то не то в ней стало, ясен небес далек, вечер полоской алой. Yeah.
теперь только это снится мне, но не про меня. Спасибо! Я приглашаю на сцену руководителя творческой мастерской, лауреата различных музыкальных конкурсов Ивана Елинского, город Москва. У вас нормально с уровнем? Я у себя поменьше сделал. Вам меня видно? Дорогой фестиваль, дорогие фестивальцы, софестивальники, я бы сказал, поздравляю вас с началом. И, конечно же, фестиваль имени Юрия Висбора хочется открыть мне лично песней Юрия Висбора. И еще очень здорово, что это такая песня, она... как в каком-то смысле и про то, что происходит у меня за спиной. По самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Москва 12, он не ледокол, да и Москва речушка не Нева. А мне с тобой так просто и легко, что не нужны ни песни, ни слова. А мне с тобой так просто и легко, что не нужны ни песни, ни слова. А в летних парках развеселье дым, легка любовь и ненадежна грусть. А мы на это с палубы глядим, сюжет той пьесы зная наизусть. Наш вояж на счастье обречен, и не спугнуть бы это невзначай. И лишь плеча касается плечо,
когда волна волнует наш трамвай. Нас до старости качал Москва 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал Москва 12. Спасибо. На сцену приглашается ансамбль «Парнишечки», клуб авторской песни «Акварель», город Ярославль. Добрый вечер, друзья. А вот эту гитарку слева от меня как-нибудь звучок, чтобы появился. Алексей Вдовин, «Океан». Свое тело косну земля, это к себе прижимает Венера комет хвосты, трогает пульс молодого вулкана реки Петля. Стаи летят и летят телеграммы, и тают льды. Все, что неведомо миру, все это океан. Под куполом люди во тьме бегут, на колесе обозрения дети на них глядят, и никого, кто увидел бы судно на берегу. Все закружилось, сливаясь столетия, единый ряд. Все, что неведомо миру, все это океан. Уйду. Бескрайний океан.
друзья, мы всех вас поздравляем с открытием фестиваля. И у нашей делегации еще целых два праздника, два члена нашего коллектива отмечают день рождения прямо здесь. Хочется пригласить их на сцену, Эльвиру Хазипову и Алису Ступницкую, и поздравить их. Мы желаем вам всего самого доброго, самого теплого, и чтобы много-много дней рождения вы отмечали на этом чудесном фестивале. Спасибо. Поздравляем! Спасибо, ребята! Я приглашаю на сцену руководителя творческой мастерской, художественного руководителя творческого объединения «Антракт» Эдуарда Гершова и актрис объединения «Антракт» Марину Мельникову, Татьяну Чижовкину и Наталью Савойщик. Здравствуй, фестиваль. Здравствуй, фестиваль. Добрый вечер. Здравствуй, фестиваль. Потише гитарку чуть-чуть. Очень хорошо. Булат Акуджава. В детстве я плакал много, в отрочестве меньше, в юности дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил: раз так, значит конец. Раз так, значит конец. Неожиданно легко согласилась она и быстро пошла прочь, а я заплакал, ведь она уходила. Второй раз я плачу здесь, в Моздокской степи. Здесь птицы не поют. Ночь. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Деревья не растут. Черт его знает, где он, этот командир полка. И только мы. Песчаные холмы. Плечо. Похоже один на другой. Плечо. А я второй день на передовой. Врастаю. А за невыполнение приказа расстрел. Всем а мне 17 тут. Лет. Горит. И кружится планета. Планета. Горит, кружится планета. Над нашей родиной дым. Дым над родиной. И значит, нам нужна одна победа. Победа, победа нужна. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим.
одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курской орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех. Когда-нибудь мы вспомним это. Как разглядеть за далью след нечеткий. Хочу сберечь я в сердце этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Косая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И залп. И тут они заголосили все враз, запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Крутилось небо снежное, рябое, был воздух обжигающе горяч, былинный плач висел над полем боя. Он был слышней разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама! И снова батарея! И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью истекал, зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова. Впервые, защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Когда-нибудь мы вспомним это. Спасибо. На сцену приглашается Евгений Саратов, город Тверь. Здравствуйте!
Как хорошо, что есть распахнутые ветра, вот уже 25 лет, есть такие вещи, да, незыблемые. Ты знаешь, на следующий год ты сюда приедешь, здесь снова будут по разным палаткам люди петь вообще шикарные песни, потрясающие. И это как-то настраивает на положительный лад. Давайте пусть будет еще как минимум 250 распахнутых ветров. А я свою песню, которая называется «Соль», на стихи поэтессы из города Торжка Ирины Кучеровой. А соль, позабывшая Грея, влюбленная в май. Как жарко ты веришь зеленым его парусам. Но он не останется рядом, вернется зима. И снежным рыданием взорвутся твои небеса. У пламенных сказок обычно в финале зола. Остывшая горсточка, вот мое сердце возьми. А в детстве ты май торопила и лето ждала. И помнила формулу вечности, сто без восьми. Со звездами всходит тоска. Опаска запомнится миру лишь шелком волос. Да ровными строчками в школьных своих дневниках. И хочется жить не по нотам, менять адреса. Судьбу приручить, отыскать животворный родник. Оставив забытых кумиров и их паруса. Всего лишь пометками в списке прочитанных книг. А соль, позабывшая Грея, влюбленная в май. Спасибо. Я приглашаю на сцену Ирину Клейман, город Тверь. Всем здравствуйте, доброго вечера и, конечно, поздравляю всех и каждого с этим прекрасным музыкальным праздником общим. Ура! Очередным. И, конечно же, песня Юрия Висбора. Да, мой любимый, все долги. Мы заплатили в непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе.
ведь будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Как наши годы все летят, как птицы осенью летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, и торопливый поцелуй оставит нам. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня, хоть на 3 дня. И будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Спасибо. Я приглашаю на сцену руководителя творческой мастерской, автора-исполнителя Максима Попова. Добрый вечер, дорогие друзья! Всех радостно поздравить с началом гениального юбилейного фестиваля, любимого, между прочим. И сейчас мы с коллегами и с вот такими талантливыми участниками этого фестиваля попробуем спеть песню Юрия Висбора, которая... В моем исполнении никогда не звучало, и я попытался ее выучить специально для вас, для этого вечера. И я надеюсь, что вы знаете ее лучше, чем я, и поможете, и споете вместе. А гитару пока мы не нашли еще, да? Тебе хватает? Клавиш хватает, а вот гитару бы найти нам. Замечательная погода везет нам. Надеюсь, так и будет все оставшиеся наши творческие дни.
Великолепные концерты проходят здесь. Коллеги удивляют своим мастерством. А самое главное, на мастерских нас посещают, ну, какие-то абсолютно уникальные юные таланты, которые уже играют просто как мастера, поют просто как боги, и слушать и учиться у них одно удовольствие. Все? Да. Yeah. Сигарета к сигарете, дым под лампою. Здравствуй, вечер, катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Переходя наш не к смеху разговор и не ко времени, а как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я в прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. За окном зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Иван Елынский, Артем Травин, Юрий Визбор. Спасибо. Я приглашаю на сцену руководителей творческой мастерской. Ксению и Льва Кузнецовых, город Москва. Дорогие друзья, очень рада вас здесь видеть. Спасибо большое за то, что, сколько впечатлений мы уже получили к этому нынешнему моменту, а это только открытие фестиваля, с чем я вас, конечно же, как и все участники нынешнего вечера, поздравляю. Мне кажется, складывается прекрасная компания на этом фестивале. И фестивали, они зачем в первую очередь, мне кажется? Мне кажется, для того, чтобы объединять людей. Следующую песню я знаю благодаря одной из делегаций, которая тоже присутствует на этом фестивале, благодаря делегации из города Сыктывкар, они познакомили меня с творчеством замечательного автора когда-то. А я очень люблю редкие песни. Я бы хотела сейчас для вас спеть песню на стихотворение Германа Плисецкого и музыку Владимира Перова. ¶¶
вокзал многолюдный. Я понял, я понял. Все вопросы на свете решаются просто. Я просеиваю между бетонных ладоней человеческих судеб сыпучая проса. Сотни лиц в постоянных перемещениях исчезают навеки, едва возникая. Не ищите уюта жилых помещений в дымных залах с транзитными сквозняками. Я потерянный мальчик, которого диктор выкликает по радио долго, но тщетно. Я не бритый пьянчуга, взирающий тихо на спешащих людей из-за стойки буфетной. Я турист с ярлыками, деляга с портфелем, неудачник все чаще, глядящий на рельсы. Я заполнен людьми, я потерян, потерян. Тянет разные стороны в разные рейсы. Не ищите во мне одного человека, не ищите порядка в давке и гамме. Приходите ко мне, если нету ночлега, забирайтесь на жесткие лавки с ногами. Я вокзал многолюдный, я понял. Спасибо! На сцену приглашается Ольга Ким Щепилова, центр авторской песни «Журавлиная родина», город Сергиев Посад. Добрый вечер. Я исполню свою песню на стихи Ларисы Миллер. Стих.
Я приглашаю на сцену лауреата фестиваля прошлых лет Марию Жданову, город Королёв. Пассивный датчик на басу, может, какой-то другой типа в случае? А, все хорошо. Да. Добрый вечер всем. Очень приятно быть на фестивале «Распахнутые ветра». Он как будто бы фестиваль в фестивале, на котором можно встретить сразу несколько очень любимых делегаций фестивалей. Вот. Мне помогает Лёва Кузнецов, и мы исполним песню моего сочинения «Монолог фотографа». А можно, пожалуйста, чуть-чуть меньше гитары моей в мониторе, наверное? И еще поменьше, наверное. Спасибо большое. Волшебное стекло, что ловит в объектив тепло любых светящих тел. Людской, не выдержав возни, из них откуда свет возник, чтобы других спасти? И ты несешь его внутри, прошу лишь в кадр посмотри и не грусти. Уже который год подряд ловлю потерянный твой взгляд. Зачем я вам тверди, что скучен серый прост, что невелик твой скромный рост, немыта голова. Но я не вижу в них помех, когда звучит твой тихий смех и чем-то увлечен. Тогда прекрасен результат, я ни при чем. Я секундант, хронометрист, ведь ты попробуй ухитрись предугадать момент. Удачный ракурс, нужный цвет, если ты кивнешь в ответ, сочту за комплимент. Я не прощаюсь с этим днем, я просто думаю о нем в формате РАФ. Быть может, это, черт возьми, вернет назад мой прежний мир хоть до утра, где я когда-то так был рад, купив свой фотоаппарат, запечатлеть друзей. Спасибо. Спасибо. На сцену приглашаются руководители творческой мастерской Жанна Попова и Игорь Букаев. Раньше.
Здравствуйте, дорогие участники и гости фестиваля. Прекрасное место. Нет слов, чтобы описать весь восторг вот от, и от фестиваля, и от этого данного места, который, на котором мы находимся. Нам очень нравится, когда поют зрители. Я думаю, что песню Булата Акуджавы, чье столетие мы отметили в мае и еще продолжаем отмечать, вы подпоете. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, тем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Красным своем будет петь для меня моя Дали, в черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
пусть и дальше фестиваль «Распахнутые ветра» будет же таким гостеприимным, как у Булата Акуджава в этой песне. Спасибо. Спасибо. На сцену приглашается лауреат фестиваля прошлого года Анастасия Ланина. Театр авторской песни «Зеленый поезд», город Саратов. Добрый вечер. Я исполню песню Елены Фроловой на стихи Анны Сенчевой в аранжировке Максима Попова «Я без тебя могу». Максим исполнял ее 2 года назад с этой сцены и абсолютно точно влюбил меня в эту песню. И, в принципе, с этого началось мое знакомство с Селигером, поэтому вот так. Чай с малиной вечером на пруду, ложкой мешая длинной, мне без тебя легко. Тихо и ровно дышится, даже когда за рекой грома раскаты слышатся. Веселый он мой дом, гости, гитара, пение, то, что тебя нет в нем, не нарушает веселье. Я без тебя могу, пляшется мне и хохочется. Я без тебя могу, я без тебя могу, но мне без тебя не хочется. Но мне без тебя. Спасибо. Я приглашаю на сцену руководителя творческой мастерской, автора-исполнителя Павла Аксенова. Всем добрый вечер. С открытием фестиваля. Ну, прекрасное место, и здесь происходит, я считаю, главное действие. Действие — это встречи, общение, в общем, песни. Я считаю, песни с хорошими стихами — это главное, и это есть культура, культура. И дети растут в этой хорошей культуре. Это очень важно, я считаю. Оп. Песня называется «Старый дуб». Слова здесь мои и Олега Белова. Да-да-да-да-да, спорил с вороном соловейчье гнездо на дубе старей. Ну а дуб смеялся в ответ, ведь дубу тому 1000 лет. Глупые птицы никак не поймут, что без дуба их жизни нет. Ну а я прижмусь к нему и увижу сокрытый временем след. Помнит только он боль потери, шуму побед, колокольный звон и предательский навет, шепот самых нежных губ про
правила, держись корней. Это мой совет, говори, старый дуб, мой старый дуб, старый дуб, мой старый дуб. Что было белым, черным стало, все повернули наоборот. Но без дуба дуба бы дали все, кто лишь себе поет. Пой, соловушка, пой при луне, каркая ворона, заболей зуб. Правду о родной стороне мне поведает этот старый дуб. Он боль потери, шубу побед, колокольный звон и предательский навет, шепот самых нежных губ. Правила, держись корней, это мой совет, говори, старый дуб, мой старый дуб, старый дуб, мой старый дуб. Помни только он, боль потери, шум побед, колокольный звон и предательский навет, шепот самых нежных губ. Правила, держись корней, это мой совет, говорит старый дуб, мой старый дуб, старый дуб, мой старый дуб. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. На сцену приглашается гость фестиваля, руководитель народного коллектива авторской песни «Журавлиная родина» Светлана Цывкина, город Сергиев Посад. Старый дух, мой старый дух. Зашла песня. У него такие все яркие. Я очень рада быть вновь на таком прекрасном празднике. И фестиваль юбилейный, и Юрию Висбору в этом году круглая дата. И вообще год получился таким урожайным на юбилее, среди которых столетие Булата Акуджавы, 90-летие Юрия Висбора, юбилей Новеллы Матвеевой, Евгения Клячкина. И 80 лет отметил ныне здравствующий Сергей Никитин. Я спою песню Сергея Никитина на стихи Олега Чухонцева «Зычный гудок». Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий. Вот и погас красный фонарь, юность курящий вагон. Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей. И на пути из черных ветвей сыплется гомон ворон. Родина свет тусклых полей, омут речной да излучина, ржавчина крыш, брошь проводов, рокот быков под мостом. Кажется, все, что улеглось, талой водой взбаламучено, всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом. Эта весна все подняла, все подопила и вздыбила, бестолочь дней, мелочь надежд, и показала тщету. Что же я стою, оторопев, или нет лучшего выбора? Где этот край, где от лугов илом несет
над просторами, что ворожит над головой неугомонный галдеж, что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями. За семь веков не оглядеть, как же за жизнь разберешь. Но и в чите благодарю жизнь за надежду угрюмую, за неуспех и за пример зла не держать за душой. Поезда ли жду или гляжу с насыпи, я уже думаю, что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой. Что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой. Спасибо. На сцену приглашается клуб авторской песни «Кристалл», город Кимры. Интересный возраст. Уже нет, но еще нет. Уже и не дети, но еще не взрослые. Песня Настя Легерия. Авторы Кристина Киучи и Игорь Мылов. Привет, ребята! Привет, девчата! Завершить нашу концертную программу я приглашаю руководителя коллектива «Шесть струн», лауреата прошлых лет, Татьяна Винокурова, город Тверь. Каждый раз, выходя на сцену, вот здесь что-то такое, да? У всех? Не знаю, мы не выходим. Я очень рада всех видеть. Пускай, правда, не еще 25, а еще 250 лет, правда? 251. Есть? Я новенькое спою. Я вообще люблю новенькое побольше петь, когда...
приезжаю. Это как будто отчет о проделанной работе за год. Воды, под которой ты надуваешь спасательный круг в животе у кита. Ну и мало ли, что происходит, я в поле трава, я не вырву отсюда себя сама, пока в небе листва, пока память жива. Ни долет, ни формат, ни удавшийся рок-музыкант, вечный самоанализ на полочке кант, компромисс, пересказ из неистовых фраз, песни сбросить балласт. И с другими такими же нас, света в море одном, да заполнить картину, бурлаки на Рено, принтер, пачка бумаги в багажник на дно. Судьбы мира здесь решать не мне, на пороге перекатов я лишь пена на большой волне. В объективе фотоаппарата ямка, пробка, бег и перекур, лимфоузел, тикающий в шее, вынимаешь из себя строку, запускаешь, как воздушного змея. Черепичные ромбики весело пляшут дождем, даже стоя на месте мы куда-то идем. Непонятно куда, хорошо, что вдвоем. Нам, баронам Мюнхгаузен, нам из болота торчать, ржать над жизнью и смертью, их не отличать, восполнять сотню раз свой неприкосновенный запас. Бери больше, бросай это дальше, куда попадет, за кого здесь цепляются, тот и ведет. Наши экскурсоводы по жизни погнали на взлет. Выбирать больше нечего, нечего приберегать, должен кто-то за них свое сердце раздать чуть дешевле бесплатного. Ну не просто же так эту землю топтать. Судьбы мира здесь решать не мне, на пороге и у перекатов я лишь пена на большой волне. В объективе фотоаппарата ямка, пробка, бег и перекур, лимфоузел, тикающий в шее, вынимаешь из себя страху, запускаешь, как воздушного змея. Запускаешь, как воздушного змея. Спасибо. Спасибо. На этом наша концертная программа подошла к концу. Всем доброго вечера. Уважаемые гости, не проживающие на территории, просим покинуть лагерь. И объявление для владельца автомобиля Renault 071. Просим срочно убрать автомобиль. Вы перегородили дорогу автобусу.
Thank you.